Итак, всем привет! Вы на канале Ева Королева. И сегодня я вам расскажу про мой новогодний подарочек от Дедушки Мороза. Вы не представляете, мне Дедушка Мороз подарил мою любимую куклу. Это Трикси. И знаете, почему она мне так сильно нравится? Потому что, глядите, она вся такая крутая, хорошенькая, и особенно гитара. Я бы себе такую хотела. Так. И еще у этой куколки самые красивые, самая красивая кьюти-марка. Вот я себе даже татуировку с ее кьюти-маркой нанесла, но она смылась. И, в общем-то, про куколку я попозже чуть-чуть расскажу. Ну, а сейчас начнем именно с коробки. Так, вот, эта версия. Эта версия называется Rainbow Rocks. Вот сама пони в виде Rainbow Rocks. И вот сам ее логотипчик, лицо. И, так, знаете, как я узнала, что это Rainbow Rocks? Потому что тут такая подковка. Такая вот. А тут написано Equestria Girls. Кто хочет, тут пускай зайдет на сайт mlp.com. Хотите заходите, хотите не заходите. Как хотите. И так, продолжим. Вторая наша часть упаковки или задняя. Вот, в общем. Тут нарисована сама Трикси. И тут она такая, мало слов на русском, конечно, вообще тут нет ничего на русском. Вот тут только что-то там такое. Вот сама Трикси. Ее такие, вот вся она. Зачем заклеивать ее замечательную шляпу и саму ее вот этой плохой наклейкой? Вот зачем? Я тебе не отодрать. В общем-то, тут написано Equestria Girls. Так, вот тут такая подковка сзади. Ушко. Так, а теперь переходим к самой кукле. У этой куколки очень необычные туфли, точнее каблуки. У нее это луна и звезда. Как хорошо и красиво. Такие, у нее еще есть такие фиолетовые, даже не знаю, как это сказать. Ну, как вон. Бляшки. Ремешки. Ремешки такие. И, в общем-то, у этой куколки очень красивые тени. Это самые просто красивые тени в мире. Я бы себе тоже такие хотела. А теперь переходим к шляпе. Сейчас как-то. Оп, посмотрим ушки. Глядите, фокус. У этой, это такой ободочек, как типа ободочек. И вот тут вуаля, и можно сделать это обычной шляпкой. Так, сейчас засуну. Ну-ка. Так. И, в общем-то, у нее очень красивый, даже могу вам снять. Вот этот вот поясок, правда, потом одеть его не удастся, может быть. В общем, у нее такой красивый золотой-золотой поясок. Это прямо самый красивый поясок. Так, кстати, как видите, у нее гитара такая со звездочками и голубо-фиолетовая. То, что такие струнки, или не знаю, как это называется, фиолетовые. И такие еще узорчики фиолетовые. В общем, очень красивые тут звездочки, планеты всякие голубые. Так, перейдем к плащику. Сейчас я вам сниму, наверное, плащик. Я уже не на кукле покажу, а то волосы мешают. Вот какой очень красивый плащик.
это плащик фиолетовый со звездочками, а самый плащик такой штучка на плащике, такая вот фиолетовая вся, тут такие звездочки, луны. Так, положим это сюда. Так, и мне сейчас я сниму только гитару, а то она мешается. И у нее такая красивая кофточка, платьице. Вот такая вот ткань очень мягкая, приятная, приятная. Так что, вот. Такая приятная. И глядите, какие тут волшебные узоры. Ой, вот просто в обморок падаю. И тут такая голубая штука. Не знаю, зачем она. Обшивка. И, в общем, тут как кофточка, как пришитая кофта. Такая вот красивая, прикольная. Самое прикольное, это что тут какие-то выкройки. Тут нарисовали так прикольно. Как будто бы это только начинают шить. И так. У нее перейдем к цвету. У нее кожа такая синенькая, голубая. Ну, такая синяя кожа. И губки у нее такие красивые, малиновые, даже не розовые. Вот. Ножки у нее тоже такие же соответствуют. И вы заметили, что почти на всех ее элементах есть звезда и луна. Видите? И вот. Потому что, наверное, Трикси очень любит звезды и луну. Она самая красивая девочка, мне кажется, в школе. Потому что она такая вся... Ха! Нет, пропусти меня! Она всегда любит, чтобы ее уважали. Она хочет быть самой популярной. И на этом все. Всем пока-пока!